только тот, кто искренне любит свою профессию, отдается ей на 100%, способен достичь поставленных задач. Такое понятие, как необучаемый ребенок, никогда не звучит от педагога-профессионала своего дела, уверена преподаватель с 40-летним стажем Рима Мансурова. Всех учим. Я, в принципе, думаю, что просто одному нужно больше времени учиться, а другому быстрее все это схватывать. Научить, если есть... И много зависит очень от родителей. Если родитель дает должное внимание своему ребенку, то всегда можно научить. Не менее воодушевленно занимается со своими учениками и преподаватель эстрадного вокала Любовь Щербакова. Она работает в школе практически с ее открытия. Заслуженный работник культуры отмечает, что учебное заведение старается соответствовать современным стандартам. Очень большие изменения произошли в школе со всех сторон. И в плане том, как школа абсолютно преображается, все для детей здесь устроено, уютно, дети с удовольствием ходят. В то же время кабинеты, они тоже оснащаются, есть чем работать. Как результат, огромное количество наград, которые воспитанники школы искусств привозят с вокальных, музыкально-инструментальных, театральных и других конкурсов. Количество отделений ежегодно растет. Это помогает охватывать как можно больше направлений в эстетическо-нравственном воспитании детей. В настоящее время контингент учащихся составляет 625 детей. Они занимаются на 7 отделениях, которых, конечно же, в момент открытия школы такого количества не было. Почти каждый год у нас добавляются какие-то новые специальности. Коллектив преподавателей не такой уж и большой. 36 человек работают в школе, которые каждый день, каждый год обучают и выпускают своих учащихся. И за годы существования школы мы выпустили свыше 800 детей. Среди них немало тех, кто успешно поступает в СУЗы и ВУЗы и продолжает карьеру в сфере культуры и искусства. А школа ежегодно удостаивается наград республиканских и российских конкурсов. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».